Добрый день, меня зовут Чак Максим Юрьевич, и я буду читать компания-специалист курс «Основы методологии PRINCE2». Методологии, достаточно популярной и известной в мире, посвященной управлению IT-проектами. Применяя инструменты из PRINCE2, вы повышаете шансы успешного завершения проекта, а значит, если говорить экономическим языком, повышаете эффективность своих инвестиций в информационные технологии. Целевая аудитория курса – это все те, кто в своей профессиональной деятельности участвует в проектах в области информационных технологий. Это касается и разработки программного обеспечения, и построения IT-инфраструктур, и смешанные проекты программно-аппаратные. Это и специалисты IT-шные, которые непосредственно работают в этих проектах, руководители этих проектов, заказчики этих проектов. Курс длится 16 академических часов и дает объем информации, достаточный для сдачи экзамена основы методологии PRINCE2. Экзамен стандартный, единый по всему миру. Так что если информационные технологии, проекты в области информационных технологий являются вашими служебными обязанностями, PRINCE даст вам возможность выполнять эти обязанности лучше и более эффективно. Приходите, учитесь. Центр компьютерного обучения «Специалист» готов помочь вам в освоении этих инструментов.